Привет, друзья, с вами Rush Nanizuka, это онлайн мясо по игре GTA 5. Сейчас мы будем играть в режим ралли. Называется это трафик. Так, значит, что мне подтвердить надо, что ли? Так, вот у нас игроки, которые участвуют. Хотел бы вообще-то поближе всех показать, но, видимо, не получится. А вот сейчас можно. Читать не буду, тогда уж сами сейчас прочитаете, потому что я могу не успеть всех прочитать. Осталось 12, 11 секунд, 10. Ой, как это почему-то один у нас. Из КСТ один. По идее, должно быть в каждой команде по два человека. Один за рулем, другой, типа, говорит, куда поворачивать. Сейчас посмотрим, в общем, что тут будет. Так, тачка Румпик, и значит, Румпик, я гляжу за рулем. Значит, я буду навигатором, короче. Штурманом. Так, Румпик, ты меня слышишь, если что? Слышу. А, ну то есть я тебе смогу говорить, куда ехать. Ну, прямо, короче. Пока прямо. Давай, гони. Сейчас чуть левее. Так, едь, едь, прямо, аккуратней, аккуратней. Ну тут, короче, так прям по туннелю и шпарь. Сейчас дорога немножко завернет направо, но это не поворот, а просто сама дорога. О, направо, направо, направо! Черт, проехал. Проехал, надо наверх, короче, подниматься. Я просто сам не понял, провафлил, что надо наверх подниматься. Поздно сказал. Так, вот-вот, едь, едь, едь. Прямо сейчас? Прямо-прямо, да, прямо-прямо-прямо. Сейчас будет это, направо. Ну, в принципе, тут некуда поворачивать это, то есть не поворот, опять же. Сейчас прямо шпарь. Ой-ой-ой-ой, проехал опять, черт. Ну ладно, едь, подожди. Съезд, короче, был. Я тут не понимаю, тут, в принципе, значки меняются, я хрен его знает. То есть... Сейчас, да, вот сюда съезжай. Так. Теперь прямо опять. Да, ралли было бы лучше в какой-нибудь лесистой местности, конечно. Прямо-прямо. Сейчас направо. Ну, в принципе, опять нет поворота никакого, да. Ехай, 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 ехай. Все правильно, едь, едь прямо. Прямо по дороге. Вот прям там и до моста, короче, дать, как это называется-то? Короче, едь прямо, да, все. Пока что прямо. Вот после следующей точки, наверное, будет поворот налево, да. А, это опять же не поворот, это мост так идет. Ну все, тогда жми, жми. Жми на газ. Ехай, ехай. Пока особо поворачивать некуда. Сейчас, чуть держись пока по правой стороне, на всякий случай. А, все, уже финиш. Сейчас будет. Да, уже финиш. Это больно быстро. Больно короткая трасса для ралли. Ралли должны быть, блин. Да, маловато. Ну давай сейчас повтор нажмем сразу же. Попробуем еще сыграть. Может, поменяют местами, я буду за рулем, например. Кто это победил, не показали, Ники. Так. А как тут поставить? Тут сразу повторить нельзя, это пока там сейчас в меню мы не выйдем, да? Что-то какой-то глюк сверху. Два ника на одном, что ли? Лайк и дизлайк там смешались вместе. Я Гамакуса не вижу, его что, выкинул, что ли? Так.
Заново, ребятушки, нажимаем. Попробуем еще разок проехать. Блин, лучше бы, конечно, трасса какая-то другая была, но тут что-то никак не поменять. Это вообще тупит онлайн, даже вот картинки не прогружаются. У меня люди страшные были. Как-то по мосту ралли, конечно, не больно весело. А другие режимы гонок, там идет до 8 человек. Вот. Конечно, плохо, хотелось именно вот максимальное количество людей собирать. Так, сейчас все входят и запустим. А что, напарника можно выбрать, да? А, тут даже можно напарника выбрать. Ха. Куда все вылетели-то, елки-палки? Рупика поставить обратно в напарники. Ну, пускай любой будет. Так, а почему меня хостом не сделали? А почему перекинули? Что за фигня? Во время гонки разговаривать с водителем только можно, и всех. Блин, тебя не слышно, Санрайз. Так, что-то народу-то мало запустил. Надо было пригласить еще кого-нибудь. Ну ладно. Погоняем, так погоняем. Рус Геймша у нас. А, Рус Геймерша со мной играет. О, нифига себе. Так. Подтвердить. Сейчас посмотрим опять на команды. О, время еще есть. Значит, так у нас тут играют. Н и на АА. Камика. З. Так, Мачу... Токмакович 26, Санрайз, Алекс Москва, Биг Шоу Ваня, ну и мы, Рашин Анизука и Рус Геймер, Рус Геймерша. Так, 100 баксов надо поставить. Все, я готов к игре. Посмотрим, что сейчас получится. Опять я штурман, что ли? Ёлопал. Рус Геймерша, меня хоть слышно, если что? Подай какой-нибудь сигнал. Или мне надо бы что-то нажимать. Так, вперед, вперед, чисто вперед пока. Гони вперед. Так, аккуратней, аккуратней, аккуратней. Все, правильно едешь. О, круто, круто. Прямо, прямо. Так, сейчас. Сейчас прямо. Сейчас, по-моему, надо правее. Будет правее. Право, 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 право. А, черт. Вот, короче, всегда нужно правой полосы держаться. Потому что в некоторых местах будут еще съезды с моста. Трасса та же самая осталась. Сейчас правее, правее, направо, направо. Так, прямо, прямо, прямо. Правее держимся, правее. Там сейчас, может быть, тоже съезд будет. Вот он, съезд как раз. Отлично. Сносим всех противников нафиг. Прямо, прямо. Так, отлично. Едем, едем. Сейчас направо. Ну, тут опять... Просто, короче, смысл в том, что
Так, стоп, сейчас налево. Черт. Ну это мой косяк. Надо, короче, на центральную полосу заезжать. Ну, попробуй заедь здесь, да, вот сейчас прямо, едь прямо. Вот, все, все, отлично, отлично. Прямо, прямо. Все, можно гнать по полной. Просто гнать вперед. И не париться. Блин, мы третий всего лишь из четырех пар. Да, тачку уже убили нафиг. В щи. Так, прямо, прямо. Все нормально. Едем. Прям по курсу. Так, там уже финишировали двое. Да все, уже финиш перед нами. Просто газуй на всю. Газуй. Все. Ну ладно, мы третьим пришли. Обалдеть, у меня штурман. Я всю игру по памяти проехал, потому что ни одной подсказки не было. Тут какой-то такой, да, ралли сделан, что по сути можно прямо гнать и все. Даже точки можно, получается, пропускать. Если ты вниз съехал, то можно и там по прямой фигачить, что ли, получается. Ну ладно, друзья, в общем, на этом данная серия завершается. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Подкрепляйте лайками, если хотите, чтобы мясо по GTA продолжалось. До новых встреч!